Здравствуйте, Гульчат. Добрый день, Роман Викторович. Очень рад вас видеть. Побеседуем сейчас с вами. Хорошо. Скажите, сколько вы времени работаете в компании Life is Good? 1.5 года, больше, 1.8 года. Гульчат, а кем вы были до этого бизнеса? Я практикующий врач, врач высшей категории. Мне очень нравится. Есть клиника очищения, где я по сей день продолжаю трудиться. Скажите, а что изменилось за эти 1.8 года в вашей жизни? Это не передать словами. Вообще все изменилось с головы на ноги. Ну, прежде всего изменилось окружение. Вот на 90% изменилось окружение. Появились другие люди, очень самодостаточные. Вообще изменилось качество жизни. Я вообще всегда зарабатывала, всегда у меня было в жизни хорошо, но в Life is Good все по-другому, все намного лучше. Гульчат, что для тебя здесь самое ценное? Самое ценное – это люди, которые абсолютно меняют качество жизни с первого дня. Вот, вы знаете, это IBA Академия, которая помогает профессионально расти. Это деньги, которые ты зарабатываешь с первого дня, очень серьезные деньги. Ценно, когда люди, приходящие в твою команду, начинают серьезные деньги зарабатывать. Гульчат, как вы справляетесь с трудностями? Настрой. Помогает справиться с настрой. То есть у меня есть определенные цели, и я должна их достичь, поэтому трудности – это промежуточный этап. А что вы сейчас чувствуете? Вы знаете, я счастлива. У меня состояние счастья. Я люблю свою компанию, я люблю то, чем занимаюсь. Вот на протяжении 2 лет у меня состояние «ах!». Скажите, почему вы вообще занялись MLM-бизнесом? Именно MLM-бизнес дает ту свободу, которую я бы хотела в своей жизни иметь. Гульчат, а что для вас самое ценное в команде компании Life is Good? То, что это совпадает с моими жизненными ценностями, то, что все для человека. В этом бизнесе все для человека. Гульчат, скажите, а какие ваши цели на следующий год? Мои цели на следующий год – заработать в компании за год более 1 000 000 евро. И это абсолютно возможно. Браво. Гульчат, спасибо вам за беседу. Я вам желаю, чтобы вы достигли своей цели. Я вам желаю благополучия и здоровья вашей семье. Спасибо.